Hey you, всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Малфой. Я уже вернулся с Питера и готов делать для вас крутые видеоролики. Кстати, если ты вдруг не видел влог с Питера, обязательно декай по подсказочке и смотри. Ну а сегодня у нас очень интересный видеоролик. Я думаю, каждый из вас знает, что такое РПС У нас есть бомж, который хочет прокачать свой игровой аккаунт, но у него почему-то нет времени. Возможно, он учится в школе, возможно, в садике. Возможно, его мама разрешает. Играть только один час в день, и тут приходит на помощь РП Сон. Ты заходишь в игру, пишешь слэш аним, включаешь анимацию, не знаю, сна, и просто спишь и прокачиваешь свой аккаунт. Главное условие, чтобы ваш компьютер был включен и там была запущена GTA. -шка. Блин, не знаю, стоит ли упоминать минус про электроэнергию, там что компьютер долго работает, там свет. Ну ладно, это уже по ходу дела разберемся. Сегодня мы с вами проверим, что случится с нашим бомжом, когда он будет в РП сне. Хотя стоп, 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 я совсем забыл сделать итоги конкурса на 10 миллионов вирт на сервере Advance RP Blue. Ладно, пришла пора, вот у меня есть 10 победителей. Пожалуйста, друзья, ответьте мне в личке в инстаграме. Оно по-умному называется Директ или Директ, неважно. Поздравляю победителей, ну а мы переходим в игру. Желаю тебе приятного просмотра. Итак, у вас есть одна попытка отгадать, где же находится наш бомж. Возможно, тут где-то. Или это наш бомж? Да вроде не похоже. Ладно, не буду скрывать, наш бомж вот лежит, отдыхает. Казалось бы, все хорошо, никому мы не мешаем. Но в виде этого бомжа, который только что меня сбил, друзья. Ты куда ты ездишь? Прошло всего одна минута съемки и все. Меня уже сбили, помешали мне. Кстати, я обратил внимание на то, что некоторые новички общаются с ботами. Казалось бы, квестовый персонаж, заготовленные фразы. Начинающий игрок может какие-то там фразы интересные выдать. Я не знаю, как это комментировать, но люди просто заходят на сервер и сразу же едут по своим делам. Кто-то работает автобусником, кто-то там едет квесты, проходит, а кто-то так же, как и я, качает аккаунт РП сном. Примерно вот так вот выглядит один час съемки РП сна. Идем дальше. Еще одна мини-история, как я тупо лоханулся. Это было рано-рано утром, я себе проснулся то ли в 7 утра, то ли в 6 утра, не имеет значения. Перед выходом из дома решил оставить бомжа на РП сне. Ну, чтобы, так скажем, время зря не терять. И что вы думаете, Малфой не Малфой, есть не лоханется. Спустя минут 20 у меня просто сворачивается игра, и вы дальше видите вот так вот 5 часов съемки моего рабочего стола. Это гениально. Ну, вот только вот Малфой так может. Смотрите вот как там часики себе вот быстренько начисляются. Спустя час монтажа я понял, что ну нафиг этот РПСон. Кто вообще ролики про РПСон снимает? Ну, давайте я вам лучше про васька расскажу. Что с ним случится? Кто это приехал? Ванек, что надо, брат. Давайте я вам лучше расскажу, что случилось с васьком пока я отсутствовал то с ютуберами в Питере. Тут, тут, тут! Посмотрите на эту красотку. Ля, какая боль дорогая. Вы такие думаете, ты шо Васек, сорвал куш в казино. Нет, друзья, к сожалению или к счастью, меня подселили к себе. Вот николас Стафорд решил, так скажем, помочь. Вот он в доме стоит, а факашит. Ладно, не будем ему мешать. И давайте расскажу вкратце, что же вообще случилось. Итак, вкратце. После того, как мой бомж Васек находился в РП сне там 2 или 3 часа, мне все-таки удалось апнуть четвертый уровень, поэтому поздравьте, е, я успешен. Вы можете обратить внимание на мои 216 тысяч. И да, ладно, ладно, так уж и быть, признаюсь, да, я сходил в казино, да, у меня было 300, я 100 проиграл. Можете написать в комментариях, что я дурак, что я тупой. Хотя не пишите, я и так это знаю, друзья. Пошел в казино, ну что, ну, ну с кем бывает, я что же че... Человек! Поэтому запомните, ни в коем случае не идите в казино. Никакого Блэк Джека, никакого Калигула, никаких костей и так далее. Не вздумайте. У! Ну вот это вот я правильно ехал, это он по встречке поехал Пи... Конечно, печально, что я слил 100 тысяч вирт, но это еще не все. Как оказалось, после моих видеороликов на меня зарегистрировалось 17 игроков. Правда, зачем? Один человек даже достиг четвертого уровня, и я получил за него награду в размере 50 тысяч вирт. Поэтому я проиграл деньги, по сути, от подписчика. Поэтому вроде все хорошо. Я неспроста приехал в банк. Я хочу сейчас пройти этот квест и, собственно, завершить сюжетную линию. Банкир, здравствуйте. Меня зовут... Дональд. Я буду обслуживать вас сегодня. Так, что-то я там передаю ему. Ого. Берет паспорт Васек Малфой. Кстати, там какой-то фейк завелся. Васек Малфой. Я не знаю, он вышел. Там был, короче, фейк. Поэтому, если что, не путайте меня с Васьком. Вам нужно открыть счет в этом банке. Это можно сделать в другом окошке. Хорошо, погнали. Сделаем счет. Нажимаем открыть новый счет. Давайте напишем... Нормально, да. Создать пин-код 00000. Братик, давай он нам уже Денежки там награду рад приветствовать вас в нашем банке. Ты что дурачок, и я... я только что у тебя я только что с тобой общался. Ты что дурачок тютю -тю? берет паспорт Васек Малфой. Давай давай уже кредиты оформляй. Только засчитай мне этот долбанный квест. Система мне показывает, что ваш пин-код небезопасный. Вам нужно сменить его прямо сейчас. 4 нуля это самый безопасный код. Я на своей карточке такой же поставил. Так изменить. Пин-код, видите новый пин-код, не знаю, 8888, ладно, хорошо, уровень безопасности счета повышен, ну давай проверим. Отлично, вижу в истории операций по вашему счету смену пин-кода. Я вас поздравляю, мы оформили все необходимые документы. О, нам начислили 4 очка опыта и 5500 вирт, неплохо, главное я прошел квест. В настоящий момент это задание было последним, сюжетная линия будет продолжена в следующем обновлениях. Ага, Рина, где обнова? Уже месяц не было обнов. Рина, Рина, а? Где обнова? Следующим шагом мне нужно получить рефералку. Давайте мы запомним наш номер. Это 110. Ладно, я уже и так спалю. Окей. 110 743. Это наш банковский счет. Мы его запоминаем и идем ко мне на страничку ВКонтакте, чтобы отправить заявку на получение рефералки. Так, мы зашли на нашу страничку ВКонтакте. Если что, ссылочка будет в описании. Здесь есть закрепленный пост. Переходим по этой вот ссылочке. Документы Google. Так, возврат рефералок Малфой. Хорошо. Ваш ник на Blue Сервере. Мы пишем наш ник Васек Малфой. У нас есть вот такой вот скрин. Да, действительно видно, что при регистрации я указал драго Малфой и ему пришли денежки. То есть мы получаем рефералку и отправляем этот скриншот. Если я не ошибаюсь, я сделал все правильно. Ник указал, доказательства прикрепил, банковский счет написал отправить. Все, ответ записан. Отлично. То есть сейчас мне просто нужно ждать рефералку. Ну что, работяги, давайте я вам вкратце расскажу, что случилось с Васьком, где он был. Был, как он поднимал деньги и так далее. У меня сейчас на руках, повторюсь, 200 тысяч и часть этих денег я заработал с помощью банды. Перед моим отъездом в Питер, ютубер Ися Дипсай стоял на лидерке и у него был свободный открытый инвайт. То есть любой желающий мог вступить в банду и соответственно там дальше ограбление, но вы понимаете. Я нашел себе пару корешей, с которыми мы успешно ходили на ограбление. Хотя там также были и неуспешные, но это уже Другая история. В любом случае, более-менее мне денежки шли. Про казино я вам уже рассказал. Блин, конечно, такое-то блин, братва, не играйте в казино, вы еще матерям нужны. А там же не так говорится: не играйте в казино, ни в коем случае. Я еще рад, что я вовремя остановился, ушел, имею хоть какую-то маленькую силу воли, как мой. <coughs> Ладно, <coughs> неважно. Братва, если вам нравятся вот такие вот видеоролики в стиле жизнь бомжа, обязательно ставьте свой царский лайк. Как только под этим роликом соберется тысячу лукасов, я сразу же иду снимать, монтировать новый выпуск Жизнь бомжа. Следующий выпуск, обещаю, что он будет интересным. Поэтому, друзья, спасибо всем за просмотр, всех люблю по трусикам.